У Самуила Маршака был такой стих, очень-очень короткий, всего 4 строчки. Назывался он «Нужна нам отвага». Нужна нам отвага для первого шага. А кто упадет, но рискнет на второй, тот дважды герой. Это вот относится к людям. А вот понятие «герой» было еще и применено как-то в далеком 1965 году к городам. Звание «герой» стали давать городам. Город-герой Москва, Одесса, Севастополь, Мурманск. Вот именно 8 марта, мая в 1965 году в СССР было утверждено положение о почетном звании «Город-герой». Впервые в Советском Союзе городами-героями были названы города Ленинград, который теперь Санкт-Петербург, Сталинград, который теперь президиум Верховного Совета СССР. На знамени города усвоено звание «Город-герой» изображается орден Ленина и медаль «Золотая звезда». А в самом городе устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медаль «Золотая звезда» и текстом указывает на президиум Верховного Совета СССР. И вот в этот же день, 8 мая, официальное звание «Город-герой» было присвоено городам Ленинграду, уже более официально Сталинграду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. А Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой». Вот также, согласно положению, городам, удостоенным этой высшей степени отличия, были вручены орден Ленина и медаль «Золотая звезда». В последующие годы звание «Город-герой» было присвоено еще нескольким городам Советского Союза. Это Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. На сегодняшний день это почетное звание носит 13 городов, один из которых – крепость-герой, входивший в состав в советское время, в состав СССР. Два из них находятся на территории теперь уже Украины, еще два, включая крепость-герой, на территории Беларуси, остальные все пока в России. Но вот было бы неплохо, если бы вот по остальным городам-героям монеты все-таки были бы выпущены, как, дабы дополнить эту серию, что ли. Вот две последние монетки, это 17-го года. В Керчи я побывал за 2 года до выпуска этой монетки. До Севастополя чуть-чуть не доехал, так бывает. Тогда бы точно был герой. Ну что ж. В Москве на Красной площади есть такие маленькие такие вот обелиски городов-героев у Кремлевской стены. И вот, ну, там все время лежат красные гвоздики в память тех, кто отдал свои жизни, чтобы эти города-герои стали героями. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.